Начнем, пожалуй, на торжественной ноте. В Большом зале администрации прошел концерт, посвященный Дню труда. Выступления творческих коллективов, теплые слова поздравлений прозвучали в этот день для тружеников Люберецкого округа. Владимир Ружицкий лично поздравил передовиков и вручил памятные подарки и награды. Праздник труда – это праздник всего трудового народа. Торжественное собрание, посвященное празднику труда, объявляется открытым. В Большом зале администрации собрались те, для кого труд – неотъемлемая часть жизни. Работники, чьи достижения ставятся в пример молодому поколению. Глава городского округа Владимир Ружицкий лично поздравил присутствующих и пожелал им плодотворной работы и достатка. Задача нашего поколения – оставить нашим потомкам все лучшее, что есть у нас на территории, в наших людях. Поэтому, дорогие друзья, всех с праздником, потому что труд – это основа. За добросовестный труд и высокие достижения награды получили работники компании ТНЗМ, АТЭСИ, ЛГЖТ. Ценными подарками были отмечены работники бюджетной сферы, врачи, воспитатели детского сада, учителя. Также на празднике труда присутствовал юбиляр Александр Мурашкин. Его наградили знаком отличия за доблестный труд. Труд – это все. Труд – это жизнь. Это как, я не знаю, утром проснулся, и первым делом ты думаешь о работе. Ложишься, думаешь о работе. Вот меня многие учат и говорят, ты должен попасть домой, забыть про работу, забыть, что у тебя здесь, отключить телефоны. Но я этого делать не могу, я не умею. Собравшихся поздравили детские творческие коллективы и известные в округе исполнители. Всего за многолетнюю работу и высокий профессионализм награды областного и местного значения на празднике труда получили 70 работников учреждений, предприятий и организаций «Люберец». Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.